Анастасия Буракова, правозащитница, основательница проекта «Ковчег», с нами сегодня на связи. Приветствуем вас, Анастасия, в нашем эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Да, продолжаем мы наше общение с вами. Да, ряд тем уже обсуждали накануне. Сегодня обсудим также с вами еще одну тему. Давайте тогда первый такой обобщенный все-таки вопрос. Далее детально мы перейдем и все-таки поговорим, почему кому-то, да, за нарушение определенное кого-то штрафуют, где сразу открывают уголовное дело, и каким образом все-таки россияне сегодня, ну, все-таки научились скрывать свои взгляды. Об этом чуть позже, но все же хочу у вас спросить. Вот мы сегодня говорим о том, что все больше дел, да, эту информацию не буду повторять, в нашем материале наша коллега предоставила для ознакомления. Это какая-то такая смена векторности и переключение на иноагентов и представителей ЛГБТ или тех, кто выходит, да, там в поддержку? Либо же все-таки это такие дополнительные, скажем так, векторы и направления, которые фактически, ну, есть у Кремля для того, чтобы в своей общности просто, скажем так, не то чтобы нивелировать, а уничтожать уже в корне те протестные настроения, которые есть среди россиян? Ну, первая задача силовых структур, в том числе и в применении вот этих репрессивных статей, это посеять страх. Нет задачи заполнить колонии под завязку политическими. Есть задача запугать и рандомно брать людей, если, например, там привлекли к ответственности, возбудили уголовное дело на какого-то лидера оппозиции, человека с большой аудиторией, здесь люди не соотносят это с собой. Но если это такая же студентка, если это ученый, если это врач или кто-то, кто там высказался в социальной сети, например, против войны, то здесь человек уже соотносит, что это может коснуться его, потому что здесь вот такой же обычный человек был привлечен к ответственности или был помещен под стражу по уголовному делу. Поэтому здесь, ну, конечно, главная задача правоохранительных органов — посеять страх, и те многочисленные репрессивные инструменты, которые есть в руках российских правоохранительных органов, они дают почти безграничные возможности привлекать людей к ответственности за слова, за мнение, за профессиональную деятельность, за журналистскую деятельность, за высказывания в социальных сетях и так далее. Вот буквально вчера, 30 октября, был день политических заключенных в России, и только по спискам мемориала 608 человек признаны политическими заключенными. Сразу говорю, что это длительный процесс. Мемориал оценивает материалы дела, у них есть свои критерии, поэтому здесь это только те, по кому уже принято такое решение. И это, конечно, это количество не включает людей, которые были привлечены, например, к административной ответственности или привлечены к каким-то штрафным санкциям. Это те, кто преследуется по уголовным статьям. И самая большая проблема вот этого репрессивного законодательства в России в том, что в нем нет логики. То есть невозможно предсказать, могут ли, например, за это высказывание в социальной сети или за это действие против войны, за возложение цветов, например, к памятнику Лесе Украинке, когда какие-то массированные обстрелы Украины, погибает много людей, то часто люди таким образом выражают свою солидарность, выражают свой протест. И иногда людей задерживают, иногда не задерживают. Здесь невозможно предсказать, за что завтра силовики придут и постучат в дверь к очередному человеку, который решился выразить свое мнение. Еще в августе этого года Андрей Юсов, это представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, говорил о том, что Украина готова приходить на обмен в контексте вот российских политзаключенных, как раз возвращать на территорию Российской Федерации украинских коллаборантов, там, условно уровня господина Медведчука, кума Путина, человека, который проводил вот сюда, здесь, на территории Украины, пророссийскую, прокремлевскую политику. Менять таких людей на российских политзаключенных. Как я понимаю, подобные месседжи, возможно, звучали и в кулуарах других европейских стран, возможно, даже в Соединенных Штатах Америки. Насколько, по вашему мнению, такой вот обмен, он интересен Кремлю? Ведь смысл удерживать условного Навального, Яшина, Карамурзу и многих других менее известных представителей, да, вот, скажем так, околополитического либо же политического движения? Но в первую очередь здесь нужна правовая процедура, которая не так очевидна в случае, да, если это гражданин Российской Федерации, соответственно, был к ответственности привлечен на территории Российской Федерации. Я бы не сказала, что с точки зрения права здесь есть какая-то вот такая четкая линия и процедура. И второй момент, имена, которые вы перечислили, Илья Яшин, Алексей Навальный, Андрей Пивоваров и другие, здесь, ну, важно в том числе, если такая процедура будет, и согласие на обмен самого
человека. Думаю, что эти люди приняли решение осознанно, приняли решение оставаться. В случае Алексея Навального приняли решение вернуться в Россию, когда было понятно, что человек, скорее всего, попадет в тюрьму за свою политическую деятельность. И здесь я думаю, что они все-таки российские политики, которые будут нести этот крест до конца. Что касается тех, кто был привлечен к ответственности, попал в колонию за антивоенные высказывания, за посты в социальных сетях, опять же, здесь пока нет какого-то механизма, ну и не было какой-то видимой реакции в медиа или каких-то публичных заявлений со стороны российских властей. Поэтому тут пока мы можем говорить только о каком-то таком озвученном предложении, и пока я не вижу какого-то механизма и не вижу такой возможности со стороны Кремля или желания со стороны Кремля его вообще рассматривать и искать. Движение в целом. По вашему мнению, события в Дагестане, именно протесты, если так можно их назвать таким образом, они подпадают ли под закон Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях? Ну, закон Российской Федерации о собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях и пикетированиях — это такая история очень грустная. Право на свободу собраний в целом и законодательно очень сильно ущемлено. Началось это в 2012 году после больших протестов на Болотной площади, и потом с каждым годом оно ужесточалось. В итоге мы пришли к тому, что любой выход, в том числе на одиночный пикет, может быть расценен как нарушение этого законодательства. Здесь я бы сказала, что мы наблюдали, ну, во-первых, ненависть на национальной почве. Мы видели и погромы, мы видели причинение вреда имуществу, поэтому, ну, здесь скорее другая квалификация, возможно, уже по Уголовному кодексу, потому что это не была мирная демонстрация, это не была демонстрация, которая направлена на решение каких-то социальных проблем или выражение своего мнения. Это было, ну, очевидно, антисемитское выступление, сопровождающееся погромами и угрозами причинения вреда здоровью людям просто на основании гражданства или национальности. Интересно, почему тогда правоохранительные органы активнее реагируют на людей, выходящих вот с этим, да, вот просто с белым листочком, пакуют, простите за грубость, их в автозаки и прочее, но на агрессивно настроенных жителей региона, Дагестана, ну как-то не активно реагировали, я бы даже сказал, вообще не реагировали. Так называемые представители правоохранительных органов, если мне память не изменяет, да, выбрали троих людей, которые могут зайти в самолет и проверить, нет ли там представителей государства Израиль. Вот если мне память не изменяет, такие истории звучали, по крайней мере, из Дагестана. И как-то это не вяжется с образом силовой машины такого государства, как Российская Федерация. То есть условных подростков с белым листочком вообще окей, задержать мы можем, а вот отреагировать на вот это, на погром, можно еще много других слов придумать в отношении событий в Дагестане. Ну как-то нет, не простите, сами разбирайтесь, получается так. Но здесь на самом деле правоохранительные органы действительно вмешались уже даже не в первый день, потому что я напомню, что до погрома в аэропорту был случай с гостиницей, куда пришли тоже агрессивно настроенные люди и хотели искать евреев, искать граждан Израиля в этой гостинице. И тогда правоохранительные органы тоже ничего не сделали, когда окружили гражданина Узбекистана, думая, что он тоже представитель еврейской нации, и забирали у него паспорт и всячески допрашивали, тогда полиция тоже не вмешивалась. Но здесь понятно, как бы очень легко задержать человека, который стоит с плакатом, который выражает какие-то политические требования, выражает антивоенную позицию, чем идти и препятствовать большой агрессивной толпе. Поэтому тут как бы вполне понятно. Ну и впоследствии, конечно, было возбуждено уголовное дело. Но давайте посмотрим, чем вообще это расследование закончится, кто будет привлечен к ответственности и получат ли они реальные сроки или отделаются какими-то штрафами или условным лишением свободы. Потому что мы видим, что, например, за антивоенную позицию, за так называемые фейки о вооруженных силах, когда люди рассказывают правду о страшных событиях в Буче, в Ирпене, то, собственно, получает 10 лет. Посмотрим, что будет здесь, когда явный антисемитизм, явный как раз антисемитский погром, я бы сказала. Посмотрим, как силовики будут реагировать на это и что будут на эту тему думать суды.
контексте протестного потенциала, вот, по вашему мнению, Анастасия, что это говорит, вот такие вот действия, бездействия силовиков российских и в то же время действия жителей региона, без, наверное, оценки конкретной, что делали люди, с какой целью, да, просто о факте, если говорить. Ну, вспомните Пригожинский мятеж, тогда, кстати, да. Силовики тоже никак не реагировали и в целом никак не препятствовали. Простите, перебью вас, ведь есть разница, да, когда идут вагнеровцы с системами ПВО, да, условно, и когда просто какие-то люди с голыми или не голыми руками, тут можно спорить на самом деле, но тем не менее направляются на взлетную полосу аэропорта. И есть разница, понимаю, да, ваше сравнение, логично, но опять-таки человек с автоматом, человек без автомата, но отличается тоже для силовика как такой. Ну, в любых ситуациях, когда это сложнее, чем, например, мирные протестующие, или это сложнее, чем человек, который стоит с плакатом, или несколько людей, которые вышли на антивоенную демонстрацию, когда это реальное применение силы, когда есть реальная общественная опасность, то здесь мы как-то видим, что силовики не очень понимают, как на это реагировать, и точнее, не очень хотят на это реагировать. Но насчет протестного именно потенциала я бы не называла это протестом, потому что, очевидно, эти люди, например, не против демократических ценностей, и это не значит, что если сегодня они вышли на антисемитский погром, то завтра есть такой же, например, потенциал, что они там выйдут, не знаю, за демократию или за прекращение войны. Поэтому люди таких взглядов, ну, скорее всего, это сторонники Путина, потому что последние годы пропаганда постоянно разжигала ненависть к разным социальным группам, к разным национальным группам и так далее. Мы видели и заявления официальных лиц, депутатов относительно и иммигрантов в России. И в целом здесь не могу сказать, что это какой-то показывает протестный потенциал, скорее показывает влияние пропаганды в части формирования вот такой атмосферы ненависти в обществе. Еще об одной теме, о так называемой гей-пропаганде, которую почему-то так боятся в Кремле. Сейчас попытаемся узнать, почему. Напомню, что в прошлом году, в декабре 2022 года, Путин подписал закон, так называемый, о запрете пропаганды ЛГБТ. Тут надо ставить кавычки «больше, чем столы» Владимира Владимировича Путина. За распространение, цитирую документ, информации среди несовершеннолетних, демонстрирующие нетрадиционные сексуальные отношения, либо способные вызвать у них желание изменить пол, без комментариев, будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, должностных лиц до 400 тысяч, юрлиц до 4 миллионов. Почему в Кремле боятся ЛГБТК+? Но здесь любые диктаторские режимы, любые такие авторитарные режимы или режимы, которые не могут справиться, например, с экономической ситуацией в стране, конечно, в первую очередь обращают такую гнев, ненависть населения на меньшинства, на национальные меньшинства или на сексуальные меньшинства. Это такой достаточно известный прием. И, к сожалению, это не только российская практика, но, да, в России как бы обращают внимание на ЛГБТК+, людей, и как группа, которая не очень многочисленна, которая, конечно, уязвимая, очень легко к ней ненависть возбудить, и, соответственно, у людей будет переключаться внимание с реальных проблем, с войны, с обнищания населения на ЛГБТК-людей. И здесь это как бы достаточно понятный прием, и мы видим ужесточение в том числе и законодательства, и фактический запрет на смену пола для трансгендерных людей. Это может увеличить и количество самоубийств, потому что это, конечно, достаточно уязвимая категория, которая нуждается в дополнительной помощи, а не в каких-то запретах. Если вспомните, не знаю, следили или нет за поправками в Конституцию в 2020 году, которые обнуляли сроки Путина, и туда была внесена поправка о браке как союзе мужчины и женщины, и это очень активно продвигалось в том числе и в средствах массовой информации, контролируемых Кремлем, и все обращали внимание именно на эту поправку. Смотрите, как классно. Теперь у нас не будет там людей, которые в однополых отношениях. Но это безумие. Это никак, отношение двух взрослых людей, конечно, никак не сказывается на благополучии всего остального населения, никак им не мешает и никак им не помогает. Поэтому здесь, ну, это попытка отвлечь общественное внимание от реальных проблем, и, к сожалению, это выливается в какие-то преследования, в насильственные действия в отношении представителей сексуальных меньшинств. Логичный вопрос тогда, реалистично ли
жить, хотя вот мне больше, наверное, напрашивается слово «выживать» однополые паре на территории Российской Федерации, учитывая вот те поправки и те законы, которые были вынесены в законодательство Российской Федерации. Это постоянная жизнь в тайне, это постоянная жизнь, ну, жизнью, наверное, довольно тяжело назвать, как мне кажется. Да, конечно, но это люди вынуждены все время скрывать свои отношения. Причем я не говорю ни о каких там прайдах или демонстрациях. Даже в обычной жизни люди вынуждены скрывать свои отношения, потому что были случаи и увольнения с работы, когда работодатель просто узнавал о том, что человек, например, там состоит в однополых отношениях, он никак это там не демонстрировал на работе или не носил символику. И, к сожалению, таких случаев много, поэтому действительно это очень тяжело психологически, и люди вынуждены скрываться и никак не демонстрировать на людях никакие свои отношения, скрывать это. И это тема, которая очень стигматизирована в обществе, в том числе усилием пропаганды и усилиями вот этой риторики ненависти, которая в том числе обращена не только к представителям разных национальностей, но и к представителям сексуальных меньшинств. Анастасия, вам огромное спасибо за участие в нашем эфире. Обязательно увидимся. Анастасия Буракова, правозащитник, основательница проекта «Ковчег», была с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.